очень давно так хотел сказать уже, продаю шахматы под ремонт или на запчасти. Ребята, смотрим внимательно, сейчас все покажу. В 21.00 выходят на арену в продажу с 1 гривны шахматы. Шахматы на запчасти. Я знаю, есть там ценители, собиратели, игроки. Может, у кого-то отсутствует конь, допустим, убежал, потерялся, сломался. Или пешка, или еще что-то. Это все можно перейти по ссылочке и купить у меня вообще задешево. Ребята, хотел, конечно, все сделать, отобразить на фотографиях все нюансы, но это все невозможно. Поэтому снимаю обзор, смотрим внимательно. Тура, конь. Короче, тут кого-то, какой-то фигуры не хватает. Наверное, короля не хватает или королевы. Ну, белые, да, такие вот. Есть такое вот пожелтение, это все называется этот, отпечатки времени. Отпечатки. Хотя это все возьмешь там тряпочку, начистишь, короче, и все. А вдруг тебе будут запасные, они, кстати, с такими утяжелителями внутри, там какие-то, может, кусочки металла, я не расковыривал, конечно, не смотрел, что там внутри. Но я думаю, некоторые ребята заценят это все. Доска, кстати, ребята, пластик, все пластик. Вот это тут остатки еще какой-то фигуры. Пешечки, черные. Вот еще одна сломанная какая-то. Так, давай я сломанные буду доставать сюда, на серединку. Это вот королева. Королева склеена посерединке. Так, ага, и конь склеенный. Побитый жизнью конь. Ну, а эти такие, я думаю, нормальные. Вон еще там такая вот желтая какая-то штучка внутри. Сейчас тебе покажу их жопки. Везде тряпочки присутствуют, все приклеены. Сейчас все тебе покажу. Ты сейчас все своими глазами увидишь. Каждую фигуру. Так. Это кто такой? Напиши в комментариях, кто это такой. Смотри. На, утяжелители. Так, черные. Что мы черные? По нюансам. Конь склеенный. Королева склеена, такая пошатанная, королева пошатанная жизнью. И две еще вот такие какие-то остатки. Поехали теперь беленькие, желтая. Ну да, в принципе. Сейчас вот так я их тебе пораставляю. Так еще интересно, глянь, сохранились все тряпочки на своих местах. Так, тура. Ну да, получается только черные бракованные. В запас. Купишь себе в запас, когда поломаешь. Когда ты будешь проигрывать, будешь нервничать. Доску переворачивать, фигуры ломаются. А у тебя клац еще запасные есть за 20 гривен. Все в твоих руках. Все, короче, все. В принципе. Теперь мы их убираем, все фигуры. Покажу тебе досточку. Ну, вернее, не досточку, а поле. А поле пластмассовое или пластик. Или даже, может, целлулоид. А, вот, смотри, глянь. Королева, короче, это пустышка. Одна пустышка, вторая склеенная. Так. Ну, это какая-то была... скажем так, наверное, качественная игра, да, такая недешевая, мне что-то кажется. Ну, в те годы когда-то. Опа-на. Сейчас закрываю завесики. Чик. Клац, такие вот. Вот такая досточка. Все это пластмасса. Советская. Ну, в принципе. Доска в хорошем состоянии. А вот завесики, тут смотри. Опа! Гвоздь. Кто-то в сандалил гвоздь. Вот этот пыптик потерялся. И циферки видишь, что там Б, Р, Ф. Ну, все как надо. Вот, смотри, вот оригинальный
заводской пыптик, а это вот, короче, гвоздик тут торчит. Гвоздик. Здесь, я так понимаю, смотри, нету одной тряпочки, да? Она потерялась, а здесь вот есть. Это бархатная тряпочка. Белпласт. Это что? Белоруссия? Или что? Белорусские шахматы попали в мои руки. Приклеено так вот, видишь? Качественно. Производственное объединение Белпласт. Ребятки, складываю, смотрите, сюда. А вот, кстати, видишь, какой-то тут пыптик. Тут пыптик. И тут еще какой-то пыптик. Для чего эти пыптики? Я не знаю. Ну, завесики такие нормальные. Ребятки, все вот так вот слаживаем. Залетаем сегодня. 20 гривен. А может, тебе даже и повезет, и 10. Видишь, их переворачиваю, они сразу обратно. Так, раз. Ну, это все. А не, это тура. Хорошие на запчасти, то, что надо. Все, закрываю коробочку. Ложу в специальную комнату, там, где оно будет ждать своего хозяина. Отправляю новой почтой в любой город нашей страны. Кстати, вот еще обратите внимание, вот чуть-чуть вот грязючки какой-то. И, как говорится, пусть победит сильнейший.